приветствует народный фольклорный ансамбль Парнза. Мы спели вам свадебную обрядовую песню. Мы идем за невестой с этой песней, заходим в дом с этой песней. Наш ансамбль поет сырзянские народные песни, которые мы собирали поселом. И то, что мы запомнили от наших бабушек и матерей. Моя мама была руководителем того ансамбля вот с 82 года. Я руковожу ансамблем. И вот мы стараемся вот эти песни не забыть. Мы разучиваем и хотим передать. Хотя мы диск записали, но еще есть песни, которые мы только-только хотим воспроизвести. Вот, начали мы с обрядовой песни. У нас есть другие обрядовые песни. Вот, есть полевые и лесные. Вот, есть у нас полевая песня «Лен». В этой песне показывается весь цикл выращивания льна. От вспашки земли до готовой рубахи. Вышитые, готовые рубахи. И вот мы хотим эту песню вам показать. Не всю правду. Очень долгий весь цикл. Куда даю нос? Смотря вот то же самое из Кулари, набедренная повязка называется.
приходила, они уже, девочка родилась там, ну, лет 15, может, и 16, ей уже начинали собирать вот это, приданное, как и сейчас, там, раньше и русские тоже там было, вот эти пулаи, чем богаче семья, тем больше украшений на них было, бисера, все нашивалось, все это делалось вручную, по вечерам сидели, и для каждой делали. Допустим, у бабушки свой пулай был, они их берегли, когда на работу в поле выходили, они их снимали, это в сундуках все лежало. Пулай, девушка вышла замуж, пулай это только для замужних женщин. Она вышла замуж, завтра она утром встает, одевает этот пулай, чтобы ее... 16 килограмм. 16 килограмм весит, потому что там и бисер, все вышло, всякие эти монетки там все было, чтобы ни свекор, ни муж ее просто в рубахе не видели. Этот пулай, она на нем и работала. Там такой праздничный, там другой. И с покрытой головой. Вот фартук, закон называется, еще вот этот фартук был. Потом кушак, так же, как и большой, прямо опоясывался еще раз. У нас тоже они длинные, вот опоясываем. Чем больше украшений тоже, тем лучше было. Бусы, сережки, также и кольца. Вот браслеты даже вот у людей, можно вот даже старинные раскопки, вот эти браслеты, витые браслеты были. Потом обувь, котат. Котат, ну раньше там простая была лапти, а это вот уж прямо праздничная выходная обувь, котат. Она была тоже кожаная, добротная, тоже это пока, чем лучше обувь, это ее заказывали, покупали, ну, чем богаче, ну, люди из последнего, чтобы уж невеста была так одета, вот так, потом она может их положить, сундучок, даже потому что у нас под удобной традицией, может, вы там видели, сохранились, это уже 100 лет за лишним этим, их не носили, одели, ага, обратно все положили и все. Вот это, что я вам хотела сказать о костюме. Хорошо. А сейчас мы вам споем песню про Дигилёвку. Дигилёвка такая, где-то сарказм там. В общем, девушка хочет туда поехать, там научить всех и прясть, и вязать. А там вроде народ не такой. Летимый, не такой работящий. Вай, молим ли не вай?